Многим знаком зодиака 16 июня будет полезно заниматься спортом, однако это должны быть умеренные нагрузки. Грядущий день показан для домашнего отдыха. Овны вас в среду могут перехвалить, поэтому лучше с головой уйти в работу. Не стоит щеголять перед всеми королем, показывать со всех сторон и выпрашивать комплименты. Перед вами стоят срочные задачи, и выполнить их нужно до конца недели. А вот с поездкой за город повремените, она небезопасна. Тельцы, вопросы быта и финансов 16 июня приобретут для вас особую важность. Они будут взаимосвязаны. Разберите все по полочкам. С документами предстоит поработать. Без вариантов. Либо заполняйте все по форме, либо останетесь без перспектив. Близнецы, если вы по привычке будете рассеянными и поверхностными, любая работа не даст результатов. Вы даже не успеете выполнить то, что было первостепенным. Не рассчитывайте на улучшение финансовой ситуации. Спокойнее ведите себя в процессе разговора с родственниками. Раки, вы новым днем будете необычайно обаятельны и коммуникабельны. Это обязательно отразится на личной жизни. С рабочей точки зрения день неудачный. Снижение тонуса и минимум энергетических запасов скажутся на реализации идей. Львы, вам звезды предсказывают импульсивный день, но эффект от него получите невероятный. Особенно если взяться за решение материальных проблем. Влиятельное знакомство приведет к тому, что помощь подоспеет вовремя. С долгами расправляйтесь до вечера, чтобы ничто не тяготило. Возможен приезд гостей. Девы, звезды говорят, что если вы не готовы кусать свои локти, нужно быть крайне предусмотрительными и аккуратными в бумагах. Новый день станет для вас своеобразным испытанием, поэтому старайтесь все делать точно и в срок. С вашей помощью устранится конфликт на работе. Весы, одно только слово «работа» 16 июня будет вызывать у вас гнев, злость и апатию. Это результат хронической усталости. Пора отдохнуть, отправляйтесь в путешествие. Смена обстановки пойдет на пользу. Семейным людям необходимо срочно заняться ремонтом и дачными вопросами. Скорпионы, звезды говорят, что с самого утра вы столкнетесь с горой срочной работы. Друг попросит хранить какую-то тайну, не подведите. И начинайте закаливать себя, питайтесь витаминами. Стрельцы, вам придется миллион раз подумать, прежде чем высказать свое мнение. Не все будут довольны тем, что вы предлагаете. Шаткая почва под ногами у сраженных стрелой Амура. От страсти остались воспоминания, а конфликты происходят ежедневно. Козероги, перед вами встанут бытовые вопросы, которые нужно решить быстрее. А вот размеры ваших воздушных замков просто зашкаливают. Помните, одиночество 16 июня не пойдет вам на пользу. Будьте готовы, что ваш автомобиль поломается. Водолеи, займитесь домашними хлопотами. Кстати, они принесут удовольствие, как ни банально это прозвучит. Пыль, глажка, уборка, шитье – всем этим вы не занимались очень давно. Главное, не засиживайтесь допоздна, необходимо выспаться и отдохнуть. Рыба, звезды советуют вам забыть о правилах. Это вовсе не значит, что во все тяжкие можно пуститься. Просто позвольте себе то, что никогда не позволяли. Удовольствие получите огромное, да и нервишки на место встанут. К полудню 16 июня, по мнению звезд, энергия и смелость принесут финансовые результаты всем знакам зодиака. В грядущую среду желательно сосредоточиться на целях материального благополучия. Звезды знают, что говорят.